Здравствуйте, Лабытнанская больница. Меня зовут Елена. Чем могу помочь? Колл-центр городской больницы у горожан востребован. За сутки операторам поступают сотни звонков. Очень разные вопросы. Это и результаты тестирования. Результаты тестирования по центру гигиены и эпидемиологии, результаты проведения исследования на компьютерном томографе, запись к врачам, вызов врачу. Есть вызовы скорой медицинской помощи, есть прямая связь врач-доктор, вернее, доктор-пациент. То есть поступают и другие вопросы, которые мы пытаемся решить. Помочь. 8 специалистов работают посменно, чтобы снизить нагрузку на операторов и повысить количество дозвонов. В городской больнице решили организовать такой сервис, как голосовое оповещение. Суть этого голосового оповещения в том, что по лабораторным результатам формируется отчет, куда попадают люди с отрицательным результатом и с положительным результатом. Вот эти два списка загружаются в личный кабинет. И создаются шаблоны. Голосовой шаблон при отрицательном результате и голосовой шаблон при положительном результате. Вот. И, соответственно, робот на сайте дозванивается по указанным номерам. И в таком случае человек получает информацию о том, положительный результат или отрицательный. Голосовое сообщение пациент получит только в том случае, если он предварительно оставил свой контактный телефон. Система речевого автоматического информатора проста, но эффективна. Здравствуйте, это Лабытнанская городская больница. Вы сдавали анализ на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Ваш результат отрицательный. С заботой о вашем здоровье. Колл-центр Лабытнанской городской больницы с единым номером уже работает в течение более недели. Звонков поступает очень много. Как показывает статистика журнала звонков, больше всего поступает с 8 утра до 16 часов. Также колл-центр работает в круглосуточном режиме с одним оператором. То есть звонить можно и ночью, и утром, и в любое время, когда удобно горожанам. Работа колл-центра находится под пристальным вниманием не только руководства больницы и органов местного самоуправления, но и окружного департамента здравоохранения. Чтобы получить интересующую информацию, достаточно позвонить по телефону 8 800 350 31 89. Ирина Волокитина, Дмитрий Сирит, программа «Время местное».